Всем привет, доброе утро, добрый день, вернее, у нас почти час дня, я готовлю завтрак. Пока все проснулись, встали. Вчера купили одну смесь, она уже готовая. Вот такая вот кашица получилась. Вообще они на протеине, папа решил наш попробовать. Ой, что-то густовато. Он вчера себе купил, попробовать, как будет. Он же у нас в спортзал ходит, занимается, поэтому еду себе с протеином берет. Не знаю, что получится, я прям такая густая кашица. Как на оладушке, скорее всего. Даже не размазывается. Не размазывается даже. Что-то не то. В общем, вот такая вот ерунда получилась. И папа будет кушать. Мы такое не будем кушать. Невкусно. Мы будем кушать хлебушек. Поджаренный. На любителя, в общем. Купили вот такую карамель, но карамель мне понравилась. Здесь 0 калорий, нет сахара, а 1 калория на 5 миллилитров. Веган, соя, без сои, без лактозы, но карамелька вкусная. Ну тебе не надо. Соленая карамель. Но вот эти панкейки нет, пусть папа сам кушает. Сейчас будем кушать, Каролиночка. Филюша, ждешь еду, да? Ксюша приболела у нас сегодня. Вчера такая бодренькая была. Сегодня всю ночь температура до 39. Сейчас 37,5. Кушать будешь? Нет? Мама. Каролина русалочку смотрит. Мой любимый мультик. Че? Я не хочу школу. Ты не хочешь школу? Нет. Ты же не болеешь? Болею. Нет. У Ксюши завтра поход. Они с классом куда-то идут, но я ее не отправлю, потому что за один день она не поправится. А? Вчера так хорошо играли на скейтбордной площадке. Покатались, побегали, попрыгали. И вот сегодня ночью температурила. Давай кидай. Ой, не долетел. Макс, давай. Ой, все. До сетки долетел, не больше. О, шапочка появилась наконец-то, Ксюш. Сто лет не носила шапку. Давай, кидай быстрее. Давай, давай, давай. Мама, я тоже хочу. Да. Давай, кидай. О, молодец. Давай, Каролина. Ну, Ксюша. Борьба за мяч. Я сейчас ее так вот ставлю. Макс, помоги ей. Мама, все, пожалуйста, я рядом с мамой. Смотри, держи, держи мяч. Арса Кальмано. Она боится. Мама, я правда хочу. Давай, наверх. Папочка, мамочка. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year. Что он сделал? Он кинул, он отпрыгнул назад по этим мячикам Максима. Все, тык-дык, лошадка, тык-дык, тык-дык. Осторожно, Макс, лицо прикрывай.
go! Опа! Только ножки прямо нужно. Давай, Ксюша, ты колесо. Ксюша, ты колесо умеешь? Макс, зачем тебе здесь насос? Ты что надуваешь? Будешь спалать температуру. Понечку, гуляла уже? Пойдем гулять. Каролина читает. Надо читать побольше Каролину. Она иногда читает и не понимает, о чем она читает. Читает на немецком, и она должна еще понимать, о чем она читает. Ты понимаешь, о чем ты читаешь? Когда я понимаю. Еще раз давай. Папа тебя заставляет по нескольку раз? Тогда хорошо, ты прочитай, и папе расскажи, о чем ты прочитала. Когда я читаю, он скажет, еще раз. Давай, еще быстрее. Папа, издеваешься, что ли, над ребенком? Еще давай. Ну, потому что второй раз, если ты прочитаешь, ты уже быстрее прочитаешь, потому что ты знаешь текст. Когда я читаю, еще быстрее. Давай, еще. Температурку измерим? Сначала хорошо научись на немецком, потом я тебя научу на русском. Я не знаю. На любом готова читать. На русском, на испанском, только не на немецком. Я наговорила все. Ну так там на испанском говорят, а книжка на немецком. Мультик смотрела на испанском. А в книжке написано на немецком. Давай, тебе чуть осталось, вот столечко. И ты прочитала все. А давай я все читаю, а ты мне дашь телефон. Да. Вот когда ты все прочитаешь, я тебе дам телефон. Давай. До завтра. А уроки надо еще делать на завтра. Да. Завтра школа есть. Я вообще думала, что мы сегодня поедем куда-нибудь погулять. Но Ксюнечка у нас заболела. Хотела поехать куда-нибудь в горы. Погода хорошая сегодня. Время уже 3 часа, уже поздно куда-то ехать далеко. Когда мы доедем, уже будет вечер. Поэтому сегодня никуда не поедем. Будем собираться. Нужно... Маргарите вчера все докупили, купили ей сланцы, купили ей в дорогу покушать. Все вроде, больше ей ничего не нужно было. Ну, Бонька сразу катается по траве. Запах какой-то учуяла. У травы стекляцы. Нет, у нас здесь нет клещей. Клещи в лесу, если мы в лес пойдем, там клещи. У него один клещ. Да. Да. Папи. Папа с Максом будут чинить велосипед. Папи, ту велосипед. Покемон. Как я раньше тоже маленькая была, собирала. Сколько у меня их было. Так, ты кто? Ехал с работы, наткнулся на иглу. Теперь мы вчера купили камеру, купили шину. Сейчас менять будет. Потом на работу ездить надо. Ну, тут уже и Каролина подключилась. 6 рук работают. Молодцы. Все, поменяли? Нет. Уже Макс накачал колесо. Нет, это я. Это ты? Молодец. Все молодцы. У тебя вчера была красивая прическа. Пойдем сделаем, как вчера. Его вчера подстригли. Ты не знаешь, как. Пойдем, я тебе сделаю, я знаю, как. Потом, когда мы придем. На велике поедут? Ну, мы будем мультик смотреть. Да? Ногти. Надо отремонтировать, они у него все слезли. Отремонтировать ногти надо. Че мой сладкий болеет? То подымется температурка, то упадет, ты мокрая. Ты вспотела? Это хорошо. Это хорошо, что ты вспотела, у меня волосы мокрые. Давай, быстренько сделаем уроки. И потом... Ми... Макс уже научился читать. Ло... Мо, Лу, Му. Вот здесь теперь. Теперь слова. Маул. Мама, я слова не знаю. Эльф. Молодец. Так. Лей. Ле-ге-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 е
Все, подсуши вот этот палец еще. Покроем сейчас, попробуем таким молочным. Миша, он кажется белый, но он не белый, он молочный. А удобно так? Тихо, тихо. Сейчас намокнешь, Макс. Вижу, спать. Ксюша, температура не падает, 39. Лекарство ей дали, она уснула, посмотрим, как будет. Кота! Макс, тебе завтра... Ну что там ковыряешься? Убирай все. На, где твоя? Кота. Подавишься. Все, собрали чемодан. А это она с собой возьмет. Еще еду надо. Печенюшки. Гвоздик не будешь надевать, так поедешь? Не, не мешает тебе колечко? Наверное, завтра утром поменяю. И вот эти вот вафельки. Такую возьмешь пиццу? Так, с коробки вытащить надо будет. И вот это вот. Шоколаде прислали. Хлебушек. Закончил? Давай, проверим зубки. Зубки проверю, давай. Визит к врачу только аж в ноябре. Представляете, записались к врачу к зубному только в ноябре. Раньше мест нет. Я ему вот этой вот штукой чищу, когда застревает, в дырочке застревает еда, я вытаскиваю. Да. 4 штучки хватит? Угу. И вот это нужно вытащить. Нет, ты же мне завтра еще сэндвич сделаешь. А, дай тебе сэндвич с сыром, с колбасой. Горячие бутерброды я и сделаю. Да, все. Я думаю, тебе хватит. Там же вы приедете, вам будут готовить. Окей. Это что такое? Да, хватит, я говорю, хватит. Девочки, ложимся спать. Вы там изучаете карту? Где? Швейцария где, покажи. Швейцария. Швейцария тут. Нет, нет, это тут. Да. Нет. Где? Тут. Ага. А где Россия? Вот. Большая, да? Кыргызстан где? Тут? Нет. Смотри, вот это Казахстан. Ага. А вот здесь вот Кыргызстан. Маленький такой вот маленький. Это какой? Кыргызстан или Россия? Это Украина, да. Ты правильно сказала. Украина? Украина вот здесь. Вот Чили. Это розовая, видишь, смотри, да. Розовая. Это мама. Чили. Все. Чили вот здесь, вот папа отсюда приехал. Видишь, как далеко. Ага. А Испания где? Испания тут. Чуть-чуть вот сюда. Да. Это Италия. Тут. А вот тут вот Испания. Испания. Вот тут вот. А, тут Испания. Так, сегодня я за Ксюшу. Ксюша болеет. Я хомячка кормлю. Так, во сколько встаем? В 7? В 7 часов встаем. А как раз все равно мы Каролину Макса будем поднимать, поэтому. Уже корм заканчивается. Рики-рики-рики. Рики-рики-рики. Вот эти шарики почему-то не кушают. Вот эти шарики, не знаю, что это такое. Не кушает у них. Выходи кушать. Все, пока. Спокойной ночи. До завтра. Я буду с Ксюшечкой спать. Макс, ложись. Потом ночью вдруг температура поднимется. Ой. Я не рядом буду. Ой, давай, ложись. Что это, что это? Уже 9:45. Спокойной ночи. Мне еще нужно на кухне убрать. И буду с Ксюшечкой лежать. Потом на диванчик будем спать сегодня. Все. Всем пока.